Какие задачи были поставлены прокуратурой Самарского района города Самары и что было выполнено в 2022 году? Преступления, характерные именно для Самарского района. Какая работа проводится органами прокуратуры по профилактике правонарушений? Смотрите программу «Прокурор в теме» 7 ноября в 18:15. Гость в студии Александр Лачугин, исполняющий обязанности прокурора Самарского района города Самары.